Вечер памяти. В Национальном архиве представили документы испанских военнопленных, содержавшихся в Карлаге в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Специально из Испании прибыла делегация родственников и даже один бывший узник. Хосе Мария Бунюэлес был осужден в 1947 году. За украденный кусок хлеба 9-летнему мальчику пришлось провести в лагере 8 лет. В Национальном архиве сохранились карточки и личные дела более 150 испанских военнопленных. Всего же в эти годы в лагерях на территории Карагандинской области содержалось более 66 тысяч узников. В День памяти жертв политических репрессий участники делегации смогут лично увидеть места, где их близким пришлось пережить самые страшные годы заточения. Вторая мировая война, она отразилась в каждых сердцах наших. И я думаю, что это большая политика того времени, а это войны, это солдаты, офицеры, которые выполняли свой воинский долг. И поэтому наша задача, ну, так скажем, мира, человечества, помочь друг другу, учесть уроки той войны. И поэтому сегодняшняя выставка посвящена этому. Тут подлинные документы находятся, которые были засекречены со временем. Я остался сиротой. Меня отправили в Советский Союз, когда мне было 9 лет. А уехал я отсюда в 26. Здесь получил образование, опыт. И в Испании, у себя дома, работал токарем. Я не раз хотел приехать в Казахстан, побывать в лагере, но не получалось. Знаете, многих людей, чьи имена в этой экспозиции, я знал лично. Воспоминания тяжелые, но об этом нельзя молчать.